Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я записаться на 30 ноября на прием к Калядину Сергею Алексеевичу? Согласно расписанию, По какому вопросу? как по какому вопросу? Что именно вам ответить сейчас? Ну, вот у вас возник вопрос. КУМД по Мурманской области. Вы хотите попасть на прием к руководителю. По какому направлению деятельности? Это заместитель начальника полиции, и в рассмотрении его, так сказать, обязанностей входит узкий круг вопросов. Он не на все вопросы может ответить вам. Поэтому мы спрашиваем, по какому вопросу вы хотите к нему обратиться? Бездействие сотрудников полиции, отдела полиции Дежурной номер части? 3. Нет, не дежурной части. К сожалению, в его компетенцию этот вопрос не входит. Он у нас руководит сотрудниками дежурных частей. И дежурных частей в том числе. Хорошо. Вы на приеме у начальника УВД по городу Мурманску Таволаева были? К сожалению, в этом месяце он не принимает, а на следующий месяц расписание еще не выложено. Ну, просто отдел полиции в его ведомстве находится. Но Смотрите, мы были у его заместителей, которые точно так же бездействовали. Хорошо. Смотрите, у нас прием Калядина проводится без записи. В часы приема вы можете подходить на Ленина 64, соответственно, обращаться на пункт, там стоит постовой, и вас проводят к нему на прием. 30 ноября или в любой день? Нет, 30 ноября согласно графику. С 17 до 20. Подскажите, пожалуйста, а в случае, если, например, будет отсутствовать Сергей Алексеевич на месте, кто-то об он этом... Он должен быть присутствовать. График утвержден руководителем УВД, поэтому он обязательно к исполнению. Если по какой-то служебной необходимости такое может быть, он будет отсутствовать, то, соответственно, проведение приема будет делегировано иному проведение должностному лицу. На вас примут. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, а вот график, он в каком какого числа публикуется на сайте УМВД на следующий такого месяц? Срока не имеется. В последних числах ноября, да. Ладно, все хорошо. Спасибо вам большое. У меня ремонтировал не Галимов Сергей, а ремонтировала Таня, девушка. С их же организации, потому что он к нам приходил, этот мальчишка. Я поняла, что они все тут вместе. И третий мальчик приходил, Олег, что ли, как что-то помнится. И потом, под конец, когда я уже настаивала на то, чтобы мне предоставили мастера более опытного, то пришел какой-то Илья и сказал, что у вас уже ничего нельзя сделать. У вас компрессор, который я купила новый, снова посажен. То есть уже никакого выхода нет. И потом я стала звонить этому, просить управляющего. Ну, назвался какой-то, позвонил мне управляющий Александром и сказал, что этот, как его сказать, нанимайте эксперта независимого. Если он докажет, что это вина мастера, то, говорит, это через суд или там через можем как бы вам вернуть сумму, но так. А вдруг, говорит, вы виноваты в этом. Понимаете? Понятно. Тут... Еще раз напомните, как вас зовут? Меня зовут Люба. Люба. Любовь Владимировна. Да, Любовь Владимировна. Вот меня зовут Владимир. Смотрите, мне вот просто ответьте как максимально коротко на те вопросы, которые я сейчас буду задавать. Ага, хорошо. Первый вопрос. Вы как-то оформили отношения с этими нет, товарищами? Какой-то нет. договор, может быть, подписывался? Какой-то акт, может быть, составлялся? Что-то на бумаге составлялось? Нет. Нет. Я в советское время привыкла, что мне квитанцию в конце ремонта дают и гарантию, и все. Я даже не подумала об этом. И она сказала, просто пришла, сказала, что буду ремонтировать ваш холодильник. Хорошо, все, давай, много не надо. Сначала я задам вопросы, вы, пожалуйста, отвечайте только на вопросы, без лишней информации. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот этот вот Галимов, он к вам приходил в квартиру? Приходил, да, когда Таня была, ремонтировала, он приходил. Так, кто первый пришел к вам? Татьяна. Татьяна. А потом, мастер с какой целью приходил к вам Галимов?
А потому что у него ничего не получалось, и он, видно, в помощь ей тут что-то подсказать приходил. Хорошо, что конкретно не получалось у Татьяны? Завести компрессор, и, как она говорила, фреоном забиты капиллярки. Фреоном забиты капиллярки? Да. Что за бред? Ну, не знаю. Вот так хорошо, она выражалась. Хорошо. Смотрите, у вас, я так понимаю, неисправен холодильник. А можете конкретно описать коротко, что неисправно? Сейчас мне мастер тут сказал, который нет, я послушайте вызывала. Меня, послушайте меня. Не надо да. мне то, что сказал утечка вам мастер. Утечка фреона по плачущему испарителю. Люба, да? Вот так. А, да. Люба, послушайте меня, пожалуйста. Не надо мне говорить то, что сказал вам мастер. Ага. Вы мне скажите, до того, как пришли мастеры, что конкретно у вас не работало? А, не работала верхняя камера. То есть, как сказать, она работала, но лед в этом самом холодильнике появлялся, намораживал. Все, я услышал камера. Ответ, услышал ответ. Значит, да. нижняя часть холодильника работала, морозила, работала, правильно? Да, 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 все то работало. То есть у вас просто не морозило верхнее отделение морозилки, потому что, ну, предположительно, туда что-то не поступало. Очевидно, не поступало, вы нет, давно холодильник. Лед-то намораживался. Почему? Он намораживался в самом холодильнике в верхней камере. То есть, где продукты, лед наращивался. Что конкретно у вас было неисправно? Верхняя камера, где не должен быть лед, появлялся лед. Ну, верхняя камера. Морозильная камера морозила нет, при этом? Нет, она не морозильная, холодильник. Как бы там такие продукты незначительные. Внизу морозильник, камера. У вас морозильник внизу, да, я понял. Да, да. А вверху просто холодильник, как эти полочки. И вот там лед образовался. Хорошо. На стенках. Правильно я понимаю, что у вас морозилка находится внизу. Внизу, внизу она работала, морозила, да, да, без проблем. Да. А верхнее да. отделение это просто холодильная камера. Да. И она вместо да. того, чтобы нормально работать, там морозилась, появлялся да, да, лед. Да, да, правильно? Да, 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 да. Все, понятно. Так, и пришла Татьяна. Что она сказала? Можете подробно описать? Ну, сказала, что там со стороны задней какая-то трубка, видно, фреон пробил дырочку, и вот она сюда в холодильник пробилась. В общем, она сказала, замена будет. Замена скрытик чего? Вот этой задней трубки. Как она назвала-то ее? В общем, она такая не прямая, а как... Хорошо, ладно, дальше конкретно. Она сказала, сколько это будет стоить, что, как, она, что-то снимали у вас. Предоплату 5 тысяч, и потом она еще... Предоплату тысяч. За что 5 тысяч? 5 тысяч, что она начнет ремонтировать его. Купит эту трубку... Дай, иди. Трубку и будет вскроет этот пенопласт весь, поставит эту трубку, спаяет, и все будет у нее отлично работать. Это она так сказала, что все будет да. отлично работать, да? Да, да, еще 10 лет сказала, проработает. Еще 10 лет проработает. Прекрасно. То есть и при этом вы ничего никак не оформляли. Деньги вы ей отдали 5 тысяч? Да, через карту. Через то есть, Сбербанк. То есть вы ей перевели на карточку, правильно? Да, но получил Иван какой-то Ильич. Высветилось у меня. Хорошо, следующий вопрос. В итоге она починила ваш холодильник? Нет. Пошли дальше поломки. Вы еще какие-то деньги платили, кроме тех да, 5 тысяч? За компрессор 5 тысяч. Итого 10 дальше. Потом за работу 12, ну, в общем, 26, 25 тысяч я заплатила. 5 тысяч предоплата, потом идет 12 тысяч ей на руки дала. Как-то это зафиксировано, как-то зафиксировано, что вы ей дали 12 нет, тысяч? Ничего. А она мне выслала квитанцию на телефон, якобы она по квитанцию мне оформила на 17 тысяч. Но у меня телефон сломался, и я не могу эту квитанцию вытащить.
Ну, почините, вытащите. Отправила куда? На WhatsApp? На WhatsApp. Оформлена квитанция, что у нас меня получило 17 тысяч. Хорошо, почините, потом скинете мне эту квитанцию. Значит, следующий вопрос. В итоге, вот вы заплатили 26 тысяч, в итоге сейчас работает холодильник? Нет, все, на помойку выбросили. А, вы уже выбросили? Когда это было? Когда мы 3 дня назад новый купили, сразу же, потому что у нас квартира маленькая, такие огромные холодильники не помещаются. Выбросили мы. Боже мой. Потому что я уже вызвала другого мастера опытного, и он сказал, говорит, все, какой ремонт, там уже, говорит, столько напаяно, столько всего наделано, говорит, вообще непонятно, что. Кто чего делал? А у вас это Татьяна прям в квартире что-то паяла, да? Да, да. А на вид сколько ей лет? Ой, ну может 30 с небольшим, а может, ну 30, наверное, с небольшим. Она вообще специалист, она вот, по вашему мнению, специалист она или нет? Нет, она закончила какие-то курсы самозанятость у нее. Она мне сама сказала, они курсы закончили, и вот сейчас занимаются как самозанятые. Я понял, такой вот вопрос немножко как бы личный. Вы одна живете или нет? Нет, не одна, с мужем. А муж как на это все отреагировал? Он же вроде должен понимать в этих вещах. Они слушаются меня. Это я вот виновата. Муж ваш слушается, да? Да, да. Он-то сразу сказал, что это отказаться, но я потом позвонила этому по телефону, по которому заказывала ремонт. Я говорю, можно это? Сказали, нет, будет ваш холодильник на гарантии, будет ремонтировать. Вот и месяц с лишним она ходила, все ремонтировала. Это я виновата. У вас есть какие-то доказательства, что, допустим, эта девушка к вам приходила, фотографии, аудиозапись, может быть, видеозапись, свидетели, нет, что-нибудь есть в подтверждении? Нет, мне только вот переговор, этот, как движение ей работы, то я не могу прийти, то я приду во столько-то, вот эта запись есть. Переписка есть, правильно? Переписка, да. Вы эту переписку можете мне предоставить? Ну, я плохо разбираюсь, и вот сын придет, как-то мы, может, сделаем. Да, восстановите телефон. Этот номер телефона, да? Да, и всю переписку скиньте мне. Значит, смотрите, такой еще вопрос. Скажите еще раз, когда последний раз она у вас была? Когда вообще это событие закончилось, что вы выкинули холодильник? А почему вы его выкинули? Так некуда поставить, у нас все битком забито, вся квартира, маленькие комнаты, кухня маленькая. А купили тоже большой холодильник, вот и он взяли. Угу. Когда мы выкинули? Вот, наверное, воскресенье. Воскресенье, да. А вы считаете, что вас обманули или как? Как вы вообще понимаете? Ну, конечно, обманули, потому что все детали мы купили, надеялись, что как-то он заработает, но... Видите, как получилось, что все детали ушли просто так. А вы еще детали покупали отдельно, либо стоимость этих деталей входила в те 26 тысяч? Стоимость туда входила, потому что 5 тысяч, она сказала, компрессор стоит, я ей дала деньги, она купила компрессор на другой день и поставила. У вас сохранилось вот эти вот компрессор, чеки вам предоставляли на то, что этот компрессор был куплен? Нет, чеки не предоставлялись, только книжечка «Атланта» осталась, вот, и то компрессор вместе с холодильником выкинули. Ой, зачем вы выкинули холодильник, блин? Это доказательство, он уже все его, то есть уже все он выкинул? Да, все уже, все, а там его разобрали сразу же. Угу. И вот этот, как управляющий сказал, докажите, что не она виновата. Да, не слушайте то, что вам сказал, это все вранье, ничего вы не должны доказывать, это он должен доказывать. Но для того, чтобы что-то доказывать, должен быть договор. Угу.
Договор, ну, я понимаете? Поняла. У вас есть телефонный номер того управляющего, да, с которым вы разговаривали? Тоже мне эту информацию скиньте, я по этому номеру узнаю, что за контора вообще занимается данным мошенничеством. Значит, следующий момент. Вот этот Галимов, он сколько раз приходил к вам на квартиру? И каким образом он помогал Татьяне? Два раза. Он что-то приходил, смотрел, посмотрел, что она там напаяла, потом фреон у нее, что ли, взял, что у нее был в достатке. И потом он недолго. Он ничего не помогал, он просто подсказал ей, может, что-то. Он с вами какие-то разговоры вел? Нет. Я только ему двери открывала. Он заходил в квартиру. А Татьяна с вами какие-то разговоры вела? Ну, как-то на... такие вела, что почему-то девочка занимается таким делом трудным. Она сказала, надо, вот, люблю технику, все. Больше так особо, знаю, что у нее двое детей, муж таксует. Ну, вот такие вот проблемные семейные разговоры. Фамилию вы этой девушки знаете? Нет, не спросила. Ну, кроме как Татьяна, вы, то есть, о ней ничего не знаете? Нет, не знаю, только номер телефона ее знаю. А мобильный? В переписке, да. Скиньте тоже ее номер телефона. Хорошо. Так. Хорошо. А как вы вообще вышли на них? Как они к вам пришли? То есть вы по объявлению на Авито, я так понимаю? Да. Не на Авито, а просто в интернете это ремонт бытовой техники в Мурманске. А какой-то сайт? Ну да, там вышли эти мастера. И а не помните, как сайт называется? Ой, не помню, я уже его искала, и этот, как сказать, уже не могла попасть на него. Случайно не техноэксперт? Не знаю, не могу сказать. Капитана Егорова 13. Это Егорова 13, она что-то говорила про Егорова 13, у меня даже вон записано, техноэксперт ООО «Вектор», Егорова 13, первый этаж. Вот к ним вы звонили, да? Но к ним или от них этот звонок, их телефон, потому что эти вот, к которым я звонила, девушки принимают эти заказы. Я говорю, скажите мне, где находится этот тут управляющий, где ваш адрес? Она говорит, мы не знаем. Ну понятно, я, короче, понял, да, это вся та же самая контора, все тот же самый принцип, имитация деятельности, выманивать у человека денег, в итоге потом ничего не работает, все на свалку, деньги потеряли, все, видимость создали и все. То есть данные товарищи создают видимость, якобы выполнение каких-то работ, в итоге просто с человека получают деньги, ничем ремонт не заканчивается. Явно эти люди не специалисты, явно они вообще... А вы вообще видели, какие работы, что она конкретно делала? Меня вот скрывала весь холодильник зад, пену, это выщелкивала, потом этот зигзаг, вот этот металлический, трубку меняла, паяла, видела, фреон вот этот... А чем видела, паяла? Паяла чем? Паяльник какой-то у нее такой, этот, горящий вот паяльник. На газу? Наверное. Как этот паяльник? От сети, наверное, работает? Вот это пламя такое оттуда. Я точно не ремонтирую. Ну, то есть не от сети работает паяльник, а на газу, правильно? То есть пламя идет из паяльника. А слушайте, я даже не... Фреон, я помню, что она подключала, где-то пробивала к розетке. А вот паяльник не помню. Ну, как она паяла? Вы видели, послушайте меня, вы физический процесс, как она паяла, видели? Нет. Или только со слов она что-то паяла? Нет, все же видно, что паяльник этим работала, она поменяла. Так я у вас спрашиваю, послушайте меня, давайте успокойтесь, не нервничайте, просто ответьте спокойно на вопрос. Я задаю простой вопрос. Вы видели своими глазами, как она что-то паяла? Ну, видела, она такая, банка такая, из банки вот этот огонь шел, вот этот паяльный. То есть, послушайте меня, то есть вы видели, как она выполняла какую-то пайку, и вот эта паяльная штука, она
пламя выходило, правильно? Да, да. Потому что она все время обжигалась. Я говорю, ты почему это обжигаешься-то? Да вот нечаянно на это задела. Вот. Я то тут на кухне была, когда она паяла, смотрела. Но то, что вот, как он называется, это паяльник от газа или от сети, я не могу сказать. Ну, то есть, смотрите, она там что-то попаяла, и у вас холодильник заработал или нет? Ну, немножко заработал, поработал этот, начало как бы морозить, но не стал отключаться реле. Что то значит, послушайте меня, что значит начал морозить? Он у вас и так морозил. Изначально вы мне сказали, что внизу у вас находится морозильная камера, так, она у вас морозила. Подождите, а она же сожгла наш этот, как его, как это, мотор-то вот этот, компрессор-то. Поэтому она и попросила снова заменить другой компрессор. В смысле, как, подождите, деньги. стоп. А как понять, она сожгла какой-то компрессор? Как понять, сожгла? Но... Она испортила вам оборудование? Ну, который у нас работал компрессор, он вдруг не стал работать. Она фреон не тот, что ли, закачала, не индезит, он совсем другая марка, требовался другой фреон. Я так поняла ее. Люба, давайте еще раз, давайте уточним. Я буду возвращаться, пока я все-таки от вас не услышу четкую информацию. Значит, у вас на момент, когда она к вам пришла, холодильник работал. У вас работала внизу морозильная камера. То есть претензий. Давайте я буду говорить один, не надо мне поддакивать и перебивать. Я так не умею разговаривать. Вы просто слушайте, а потом, когда я задам вопрос, просто ответьте. Значит, я так понимаю, что на момент, когда она к вам пришла, морозильная камера, которая находится внизу холодильника, работала. Даже у вас морозило и верхний отсек именно холодильной камеры до такой степени морозило, что аж там появлялся лед. То есть работа была ненормальная, правильно? Да, ненормальная, поэтому я и вызвала мастера. Не надо дальше слов. Вот это я понял. А теперь мне скажите, на каком основании, почему вдруг кто-то там стал менять компрессор, если у вас все работало? У вас компрессор работал? Работал. Вот проясните, пожалуйста, почему вы заплатили деньги за замену компрессора? Потому что он стал стопор. Так, еще раз, значит, до того, как пришла Татьяна, у вас работало все хорошо, работал, а потом да. вдруг стопор какой-то встал, правильно я понимаю? Да, то есть по вине Татьяны, Татьяны, она там что-то начала, какие-то действия совершать, манипуляции, и у вас компрессор перестал работать, правильно я вас понимаю? Да. Правильно понимаю. Следующий вопрос. То есть вы поменяли компрессор до паяния, либо после паяния? После паяния. То есть сначала Татьяна начала что-то паять, потом выяснилось после пайки, это холодильник не работает вообще, правильно? Не тянул, как она говорила, не тянет. Мне не интересует, что она говорила. Вы после того, как приняли у нее работу, после ее пайки, вы проверяли, холодильник работал, да или нет, простой вопрос. Ой, понимаете, я не знаю, этот, как его сказать. Она не доделала холодильник, она все время приходила. Да я задаю простые вопросы, очень простые вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет. Еще раз спрашиваю. Не работал нормально. Так вот, ответьте это просто, не работал. Следующий вопрос я задаю. Значит, он был нерабочий. Соответственно, вы это обратили на это внимание и ей сказали, правильно или нет? Да. Да, соответственно, начала искать причину, так или нет? Искала на причину. И в итоге сошлись на том, что неисправен компрессор, правильно я понимаю? Правильно. Потом вам предложили заменить компрессор, правильно? Да. Вы поменяли компрессор, правильно? Да, поменяли. Холодильник заработал? Заработал, но не отключался. Заработал, значит, как заработал? Он стал морозить, он стал все работать? Морозить, да, морозил, отключаться реле не отключается. Я опять снова вызвала по гарантии. Хорошо, давайте я немножко, видать, не совсем понимаю. На момент, когда вы проверяли, после того, как вам поставили компрессор, девушка, эта Татьяна, присутствовала? Присутствовала.
То есть вы при ней обнаружили, что компрессор работает, холодильник морозит, но не отключается. Да, при ней... Да. Да, но она сказала, подождите, пусть поработает, разгонит фреон, завтра позвоните. Вот я ей звонила утром снова, что холодильник не отключается, всю ночь проработал, не отключился. Все, я вас понял. Значит, после того, как вы позвонили, она пришла к вам на квартиру? Да, пришла. А какая причина была ею выявлена неисправности? Ну, а как она мне объяснила, что фреона, я не могу понять, почему, куда фреон девается, и я снова вам накачаю, пусть опять поработает, вы потом мне опять снова скажете, отключится или не отключится. Вот и все. И каждый раз вот так вот. То подождите, фреона, все. То есть то после фреона. Того, послушайте меня, после того, как она поменяла компрессор, как перестал холодильник отключаться, она каждый раз приходила и да? ничего не делала. Только что-то там это фреон якобы подкачивала, правильно я вас понимаю? Подкачивала, да. И эти, как его, как их называются, как она, капиллярки меняла. Не надо мне вот это говорить, капиллярки, вы не понимаете вообще, что вы говорите. Сколько раз она это делала? Много раз. Много, все примерно, месяц. 10 раз, 2, 3, 9, там сколько, примерно, не точно, хотя бы примерно. Сколько раз она к вам приходила и каждый раз вам там что-то подкачивала? Да месяц с лишним. Вот по времени месяц, октября. Как часто она к вам приходила? Каждый день в течение месяца это 30 почти раз. Почти что каждый день. Ну, 3 дня, наверное, не было ее, потому что то у нее... То есть, условно говоря, занятия. Больше 20 раз она к вам да, приходила да, домой да, и да, что-то да, вам больше, там делала, якобы, больше. Якобы подкачивала, правильно? Ну, ремонтировала, да. Вас не насторожило, что что-то так, что-то не то, что девушка... Насторожило. Как вы на это отреагировали? Как? Не хотела обидеть человека. Думаю, что все равно закончится хорошим, потому что надежда была. Надежда на что? Человек вам 30 дней приходит, и 30 дней он не может устранить причину. На что можно было надеяться в этой ситуации? Ну вот такой человек я, не могу. Надеялась. Понятно. После того, как она последний раз пришла, чем все закончилось? У вас холодильник так и не стал работать, и вы... Сказала все, не может она ничего сделать. Все. Сказала все, я ничего сделать с вашим холодильником не могу. И ушла. Деньги не вернула никакие? Нет. Я на следующий день позвонила, сказала, хотя бы за компрессор верните мне деньги, за ремонт не обязательно тогда. А потом позвонил управляющий, сказал, докажите, все. Давайте подведем итог. Я все понял, подробно вы мне все рассказали, я как бы сообразил, в чем суть. Ну вы же извините меня, вот такой вот... Это все нормально, понимаете, именно этим они и пользуются, что люди не могут отказать, что вот вы увидели в этом человеке бедную несчастную женщину с 2 детьми и прочее, прочее. То есть эти люди пользуются, вот, ну это способ входить в доверие, ну это мошенничество. Это мошенничество, понимаете? Просто вам нужно было запудрить мозги, чтобы вы, ну, не обращались в правоохранительные органы, вот эта имитация якобы их какой-то деятельности, а там нет никакой деятельности, это чистое мошенничество, чистое выбивание у человека денег, и ничего они не делают, они даже не специалисты в этом. Это просто имитация, да, они там сделали вид, что там что-то качали, что-то там паяли, они вам испортили, угробили холодильник, рабочий холодильник, они вам угробили. Ладно, значит, давайте подведем итог. Вы мне сейчас всю информацию вот эту вот скидываете, всю переписку, все номера телефонов, вот это все, и ту квитанцию о том, что они заплатили деньги. Хорошо. И все, как бы, ну, данные ваши постараюсь, все скиньте. Мы сейчас все это дело доведем до логического конца по возбуждению уголовного дела в отношении одного конкретного потерпевшего и заявим целый список других потерпевших, которые точно так же пострадали. Короче, мы будем раскручивать эту схему, вот эту фирму, которая занимается вот этой вот деятельностью. Ну, я не знаю, как это сказать, это ремонтная деятельность, не ремонтная, но, на мой взгляд, это просто организованная группа, которая занимается умышленным мошенничеством. Потому что реально, может быть, они кому-то что-то и чинят, но, скорее всего, это не то, что там они что-то чинят, а просто, как говорится, ну,
холодильник разморозился и стал сам нормально работать. И все это как бы в плюс, что холодильник работает. Потому что в других случаях они просто либо убивают, либо просто вымогают деньги. Угу. Я другого просто поняла, не вижу. Поняла и все. Все тогда. Всего хорошего. Жду от вас информацию. Всего хорошего. До свидания. До свидания.